Но в этом году слет молодых инспекторов стал доброй традицией. В конкурсе приняли участие школьники из 2 городов, 5 районов области. Каждая из команд старалась продемонстрировать все свои знания, компетентность в 7 различных этапах. Накал страстей был нешуточный, мои коллеги поделятся подробностями. Один раз в год школьники разных школ шьют свою униформу, учат ПДД. Все свои знания ребята продемонстрируют на ежегодном слете юных инспекторов. Мощное общественное движение, охватывающее десятки тысяч детей по всей стране, учат все правила движения. Участие принимают 7 команд. Среди участников ребята из Бенил Бахдаршам. Школьники надеются на победу, ведь призеры областного этапа будут отстаивать честь Мангистау на республиканском слете. Нас готовили преподаватели, всегда делятся своими знаниями, указывают на наши ошибки, ну а мы, естественно, принимаем их, стараемся не допускать их. Верим в нашу победу, хотим принять участие на республиканском слете. Каждая команда состоит из 10 человек, и у каждого члена команды свои прямые обязанности. Командир, санитар, регулировщик, пресс-секретарь и другие. Лучший отряд юных помощников дорожной и патрульной полиции выбирала специальное жюри из числа сотрудников местной полиции и педагогов. Мероприятие нацелено на пропаганду соблюдения ПДД, обучение школьников правилам дорожного движения и снижение аварийности на дорогах с участием детей. Конкурс состоит из 3 этапов. Первый этап – районный, областной и республиканский. Ребята очень умные, смышленые и шустрые. Рады наблюдать за ними. В прошлом году на областных соревнованиях команда из Муналинского района получила путевку на республиканские соревнования. В этом же году команда-победитель получит ценный приз и примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут в Караганде в августе. Салтанат Айджанова, Саламат Каипов, Каспий Ахпарат.